Что, всех приветствую на канале, готовы к новому пути доблести. Между прочим, здесь идет событие Вальхалла, но у нас особо-то и нету чем, грубо говоря, поживиться. Поэтому что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем, собственно, заходить в турнир. Ну и там уже будем тащить, уничтожать. Путь доблести стартовал, соответственно, все, что нужно сделать, здесь написано. Значит, здесь в этом сезоне у нас количество врагов, не опыт поменялся, ну и титаны тоже не количество, а звездность. По наградам, соответственно, эмблема варвара. И по предметам у нас тут кольца. Вот. Поехали. Тройки. Кровавая битва. Ну давайте тогда быстро пробомбим. Здесь нету зеленых. Соответственно, зеленые чаще всего это лекари на тройках. Вот. Будем сейчас тащить. Оборона у меня Е. Ну давайте классик. Берем состав. Вот такущий. Вариантов больше я не вижу. Вариантов я не вижу, поэтому будем тащить желтыми. Так. Ну, первый тапок. Халява. Здесь особо даже не прочувствовал. Все быстро зарядились. Так, вот здесь уже интереснее. Здесь уже желтые. Ну, поехали так же. Пока можно, в принципе. Пока камень есть. Тут главное почувствовать, когда он отключится. Когда его не будет. Так. Ладно, давайте так. Килайл. Кайлани. Ну и Кайлани мы добиваем. Неплохо, неплохо. Дальше. Угу. Ну, у меня фиолетовых особо нету. Поэтому так идем. Забиваем двойки. Так, ну давайте квасиров начинаем забирать потихоньку. Так, есть. Ну, квасира, я думаю, что мы добьем. Да. Ну и остался на Махаге и Гил-Ра. Гил-Ру мы сейчас, точнее, на Махаге вытянем без потерь почти. Ну, быстрый такой турнир. Как бы вопросов особо у меня нету к нему. Все складывается шикарно. Желтые пробивают. Так, чуть-чуть не хватило. Давай этого зелебобу стукнем. Так, квасир сейчас поставит, но ничего страшного.
Ничего страшного. Ульмеруба не дать ударить. Так, там на Махаге уже готов шорнуть. Да, Ульмер может сейчас бяку сделать. Блин. Что я просмотрел. Плохо. Плохо дело. Ладно, давай вот так. Ой, блин, фонарь. Эх, он хиту яд накинул. Ладно, ладно. Классика. Один проигрыш можем себе позволить. Ну а тут что? В чем проблема? Ну, киллера опять сейчас будет бить. Или нет? Блин. Мелия. Под намахаги. Больно бьют. И желтых нету. Как назло. Ну, приедьте, а желтый хотя бы один. Давай. Пять фонарь здесь. Неужели второе будет поражение за сегодня? Вот это да. Вот это да. Ну-ка, снесем. Да, снесли. Так. Под фонарем. Эх. Блин, прикиньте, фиолетовые разъехались. Там Гунар готов бить. Блин, жесть. Тычки. Ну, итого два поражения, топ-25. Вот так вот отвоевали. В первый же день. Что, на этом всем удачи и всем пока-пока.